Ну что, добрый день, привет в нашем новом видео. Все, сейчас выбираемся из аэропорта, пытаемся пойти такси сделать. Точнее, сесть в такси. Наташа вон везет нашу большую телегу. А я везу ее чемоданчик. Сейчас выходим, где здесь направление такси должно быть. Ага, уже практически вижу. Так, сейчас посмотрим. Такси и такси, и автобусы. Ну, еще можно там есть вариант метро. Так, пошли за мужчиной. Раз нам откроют двери. О, таксишек сколько. Ну все. И все такие family car крутые. Ну вообще. Ой, как хорошо. Елки-палки. Наташ, ну что, как тебе? Ой, я думала, сейчас замерзну. Тут такая жара. Привет. Нас просто вот так огрело жарой. Сейчас такой в сауну. Какой в сауну зашли, фу, а я подзамерзла уже, все, можно раздеваться, и идем сейчас в очередь, да, за таксишками. Да там вроде нет очереди. Да, сейчас покажу, вот, смотрите, очереди вообще нет. Смотри, сколько таксишек. Да, это вообще что-то очень много, значит, и все такие будет, шикарные. Это прилетели, наверное, сейчас самолеты. Да, сейчас, наверное, очень много самолетов, но уже жарко и в кофте, и в штанах, короче, круто, круто. Идем вперед. Я что-то не поняла. Мужик хотел у нас какое-то черное такси впихнуть. Не-не-не-не-не. То я не знаю, в какое такси садится. Говорит, та же цена, та же цена. Сейчас я вам просто эти таксишки покажу. Пока мальчик грузит цены. Вот это вот вы верите, что та же цена? Вон те вот черные. Мокрая. Говорит, жара мокрая. Все, идем садиться. Сеньки, бразер. Все, давай, открываем. Ну, вот шикарные здесь таксишки все-таки, да? Ноутбук у тебя? Да. Все, садимся. Сейчас я подойду. Так, we need Gevora Hotel. Gevora Hotel, do you know? Yes. Okay, it's near this many skyscrapers. Yes. Ну все, мальчик везет нас по ночному Дубаю, поехали. Народ за посадку в дубайском аэропорту 20 дирхам будете платить. Вон у мальчика было только что на экране. То есть уже за посадку 26 мы уже как-то проехали. То есть и за посадку 6.50 еще. Ну вот не знаю, там 26 уже. Нас плохо видно. 26, 27 уже, смотри. Сейчас. То есть вообще нормальная, как только свайпы убирается, как только вообще нормальная как бы цена за посадку 6 дирхам. Видите, 20. 6, не 5? Или в Дубае 6? В Дубае, наверное, 6. Вот, 5? Уже счет 27,5, то есть почти доллар. Ну, не доллар, доллар будет 36, хотя мы еще не сели. Но просто я вам расскажу сейчас, что в аэропорту, с аэропорта, если с букинга заказывать, то вообще 52 фунта показало, то есть 72 доллара. Ну, что это такое вообще? Вот сейчас проезжаем арка. Помните, я показывала видео Дубай. Эту арку, как мы ходили по стеклянному полу. Вон шикарно как светится ночью. Окей, thank you. 60 дирхам всего лишь, то есть это меньше 20 долларов. А он еще должен нажать. Ой, подожди, я туда залезла. Вот. Так что сейчас Наташа будет искать денежки. А я вам покажу пока. О! Кстати, это сюрприз для вас, это вообще отель небоскреб, огромнейший. Я даже, что же вам покажу потолок-то? Пока не покажу, ладно. Чего? Потому что там такая штучечка, я пока не покажу потолок. Уже вышел мальчик нас встречать, давай выходим. Не успела снять, наши вещи уже унесли. О, забирают на Наташ. Куда это? Да, можно сюда пойдешь. Thank you. Вот, кстати, висят фотографии шейхов. Посреди шейх можно Халифа. Сказать? Дальше Эль Мактум старший и Хамдан, наследный принц Дубая. Запах мне не очень. Наташа говорит, что запахи не нравятся. Ну ладно. Есть, я вообще не поняла, где дели наши эти. Где дели наши? Здравствуйте. Hello, good evening.
Так, народ, рассказываем тему. Приехали мы в отель. В отеле мальчик очень такой, очень хитренький рецепционист, решил содрать с меня дополнительно деньги, такие же, как бы я заплатила, если бы мы уже поселились, ну, за день вперед. Ну, дать нам комнату в 6 утра. Да, вообще, ну, да. Я говорю, ты что, парень, если я тебе заплачу деньги, ты должен дать ее сейчас немедленно. Сейчас 3:24. И мы специально в аэропорту сидели не для этого, извини меня, говорю. Столько было отзывов, что вы даете комнаты и 8, и 9. Ну, хорошо, я вам дам бесплатно комнату в 10. Ну, пойдем погуляем, ничего страшного. А вон мужчина принес нам уже талончик от нашего багажа. Сейчас разберемся. Сейчас мы, наверное, пойдем или погуляем, или поспим. Мы не знаем, что делать. У нас еще 7 часов. Но просто так мы им деньги 200 дирхам не дадим. 200 дирхам это здесь ночь стоит. Это парень. Зачем тогда мне это все? Еще и завтра. Короче, что-то тут мальчик мудрит, но мы не дам. Не дадим на себе заработать. В общем, будем ждать, сидеть, что делать. Или пойдем погуляем с ними сейчас. Был вечерний Киев, будет ночной Дубай. Пойдем гулять. В общем, ставьте лайки, а мы разберемся, что нам делать. Пока погуляю по холлу, где-то здесь туалет должен быть. Ну, интересный такой золотой холл, вот Гевора отель. Самый высокий отель в мире. Был, наверное, 9 февраля 2018. Это его дата основания. Нет, походу он реально самый высокий отель в мире. Ну, вы поняли вообще, друзья мои, где мы? Хо-хо! Ага, багажная комната, там наш багаж будет. Здесь даже не знаю, что кафешечки, завтраки. И такая зона прикольная. И лесенка типа золотая, типа все из золота. Но так немножечко уже потускнело. Так, не могу понять, где здесь туалет-то. О, ладно, сейчас обнаружим. Ну, люди только приходят и заходят. Ладно, не буду показывать. Вот лифты, кстати, жаловались, говорили, здесь только 2 лифта. Поэтому я так еще подумала, что хорошо бы номер забронировать пониже, чтобы можно было хоть спуститься чуток. Вот лифтик здесь такой золотой, и я. Так, не на туалет здесь я найду вообще или нет? Красиво. Ай. Мы с вами даже поздоровались, приятно, хотя этих людей не знаю. Так. Ну что, дальше поиски туалета? Не, как вам этот мальчик, который хотел лишние денежки поздирать? Я понимаю, что в 3 заезд, хотя несправедливо, в 12 выезд, 3 заезд. Убрать надо, но не все же убрать надо. Так, похоже, надо пойти с того, спросить, где туалет. Ну ладно, такое уже. Вот, прошла в конец бара, так вот же он туалет. Для женщин. Инвалидов и для мужчин, да, тут кондора изображена, вроде как женщина покрытая абая. Но честно, лучше порисовали чуть-чуть поточнее. Ой-ой, о господи, я где вообще? Ёлки зеленые. Ну ничего, так туалет уже радует. Что это, золотые умывальнички, помните золотой туалет в Emirates Palace? Ну интересно выглядит. Боже, а в кабинку тут как попасть? Я так понимаю, что не кабинка. Вот, наверное, кабинки. Боже, я уже боюсь кабинку открыть, что там. А, ну так нормально еще. Такое зеркальце, да? Сидишь, на себя смотришь, любуешься на себя красивую. На самом деле здесь туалет отдельный, ребята. Бумажка есть? Душик есть? Что здесь вообще? Салфеточки есть? Нет, все шикарно. Вот такие золотые умывальнички, золотые... штучки, чтобы мыло стояло, орхидейки, не знаю, искусственные, не? Искусственные. Блин, или настоящие, чуть я туплю уже. Какие-то жесткие листья такие, о, не, искусственные, что я вообще уже затупила. Ну, не спала, не спала. Так, все, вот она моя цель. Ну что, народ, вот он вечерний Дубай, вышла я погулять. Наташа сидит, у нас всякие вещи, рюкзак, ноутбук. У нас там Наташа. Да, Наташа сидит. Ну, что я вам скажу, пока огней не так много, все-таки 3:45 утра. Но красиво, красиво. Сейчас попробую как-то отойти, заснять наш огромнейший отель.
Ой-ё, ой-ё, это что такое вообще? Какая-то машина отъезжает прямо на меня. Так, сейчас как-то уменьшу. Вот такой он здоровый, грандиозный. Прикольно. Надо будет еще, конечно же, днем вам заснять. А ну, если увеличить, все равно далеко. Не, интересно, так интересно. То есть самый высокий отель в мире, ребята, но это круто. Так, что здесь интересного есть? Пошли походим. Понятно, что 3:30 утра, посмотри, какая движуха, народ, движуха какая. Какое движение просто. Смотрите, сзади меня. Hello. Кто-то уже машет, hello, привет, заходи. Там какие-то девчонки в лифте мне махали, заходи. Тут реальная тусня, это Дубай, народ, это Дубай. Сейчас камеру, вот еще прикольные такие небоскребчики. Но я думаю, они интереснее подсвечиваются, конечно же, наверное, где-то вечером, а не в 4 утра. Боже, движение, вы такое движение у нас в Киеве видели? 3:30, у нас спят все. А Дубай живет, Дубай просто вообще кишит жизнью просто. Ну, это метрошка идет, оно близко, это хорошо. Красота. Так, сейчас приблизим, что-то я увидела. О, кажется, мой любимый испанский небоскреб. Его здесь плохо видно, но я знала, что он находится рядом. В общем, когда наступит свет, мы все рассмотрим с вами, все рассмотрим. А сейчас просто как-то непонятно. Мы хотим спать, мы не хотим есть, но комнату нам не дают. Ну ладно, в принципе, раз не положено, что же мы будем ругаться. Ну и доплачивать мы не хотим. Поэтому будем сидеть. Знаете, сейчас так потно, липко, сильно липко. То есть по сравнению с Киевом вообще одежда просто прилипает уже. Одежда вспотела и прилипла. А внутри отеля, кстати, прохладно. Сейчас пройдусь, прогуляюсь. Конечно, если бы оставить еще ноутбук и рюкзак, мы бы с Наташей вообще вышли бы еще. Чтобы вышли бы и пошли бы сейчас ходить и гулять. Но что-то я не уверена, что можно оставить рюкзак и ноутбук с документами со всеми. А ну, сейчас перейду дорогу по зёбре и попытаюсь вам еще отель показать. Так. Космос. Ой-ой-ой. Космический отель, конечно, здоровый. Узнаем, сколько у них этажей. Кстати, в лифт можно зайти и узнать. Ну, в общем, со всеми небоскребами, по-моему, наш самый небоскребистый. Красота. Ладно, давайте сейчас вернемся, потому что я уже вспотела вся, и футболка реально прилипла. И джинсы прилипли. В общем, воды набрали и прилипли. Так что идем, зайдем в отель. И пойдем посмотрим, сколько этажей в лифте написано. Все равно лифт не пейт, потому что у меня, наверное, еще нету номерка никакого. Но вот так выбирали мы из 3 отелей, выбирали и выбрали такой интересный. Нормально, люди на машинке приезжают сюда утром, 4 утра почти. Ой, как прохладно, елки-палки. Вот только что было липко, а сейчас прохладно. Наташа вон сидит еще там. Ха-ха. Так, а сколько же этажей, интересно? Thank you. Ну ладно, мальчик там протирал, что же я буду заходить. О, а вот сюда я зайду и посмотрю. Ёлки как дует. Ёлы-палы. А, 40 всего лишь? Боже, я подумала 100. Вообще, как бы не ошибиться и этаж не пропустить. Еще подвалы есть, граунды, бейсменты. Короче, ух ты, кухня здесь. 12 этаж, вот это что где находится. Ну, прикольно.
что народ так обращает внимание, что я с камерой. Но я от людей убираю, людей я не снимаю, вы видели. Ну, еще немножко я так похожу, и, возможно, нас еще раньше поселят. А еще можно улечься с ногами и спать на диване. Но я думаю, это некрасиво, это не наш стиль, да? У нас хороший, добрый канал. Еще раз перевожу. Напоминаю, что Гевора отель – самое большое здание в мире. Отельное здание в мире, и это круто. Сейчас скажу эту новость Наташе. А ты видела там табличку, что там, что этот отель – самый высокий отель в мире? Первый раз слышу. Так я же тебе говорила, когда мы бронировали его, что на высотке. Там табличка есть. Вы не знаете, где мой паспорт? А, Наташа, это паспорт делала, прекрасно. Сейчас будем искать. Все, нашли паспорт, все окей, короче. Наташа не поверила, пошла смотреть табличку отеля. Вот я уже кофточку одеваю, сейчас снова одену свою украинскую олимпийку, потому что реально здесь сидеть холодно, народ, так холодно, что вообще. Ну вот, в том-то и дело, что вот различия всегда в Эмиратах. На улице жара, а днем очень в молах очень холодно. В молах, в отелях, в школе у меня всегда кондеры дуют, в такси. Ну вот такой вот интересный контраст. Сейчас Наташа на мнение спросим, да, интересно же. Наташа, расскажи мнение. Так, там 71 этаж. Как 71? Я 40 посмотрела. А как же на лифте написано? Три лифта обслуживают. Подожди, до 41-го, есть... а два лифта с 43-го по 71-й. Вот то-то я сказала, что он вообще похоже, что здание до 100 этажей. То есть там есть лифты до 41-го, есть лифты до 73-го. А, до я взглянула только до 73-го. По-моему, 6 лифтов. Значит, 73 этажа. Да. Ага. 71 этаж. Да, ну, я же говорю, я когда я смотрела на здание, мне казалось, что 100. Представляете, несмотря на то, что нас пока еще не селят, давайте тоже ваточку приспущу, приспущу, так вот, нам отель уже вроде как нравится, ну, вроде как необычно. А насчет запаха, я принюхалась, сначала мне показалось, что, знаете, как прокуренный. Да, Наташа зашла, сказала, серьезно какой-то это, ну, добавили по ней. Мне как, знаете, вот пахнет от индусского ковра такой, как ты в Индии находишься. Вот мне тоже. Такой запах специи такой, его не передашь. Специи с табаком каким-то, но что-то им будут подправить с ароматиком все-таки, подкрутить немножко поприятнее. Можем побрызгать санитайзером. Ну, вот, знаешь, это еще... Наташа стала санитайзером в самолете брызгать, и девочка на седьмом ряду стала чайника. Да, не понимает, откуда это пришло. Ужас. Я думаю, что тут еще сырость играет свою роль. Да, возможно, сырость. Затекут же. И, кстати, не удивляйтесь, сразу вам скажу, что окна здесь не мыли со дня его открытия, потому что, ну, это такая работа, надо скалолаза вызывать. Поэтому, что нас ждет, это когда точно не очень чистые окна, что для Наташи, в принципе, будет проблема. Она не любит грязные окна. Наташа вылезет. Держи меня за ноги, держи меня за ноги, я буду мыть окна. Все, сейчас. Сейчас на это надо тратить деньги. Садимся, будем мыть. Тут я извиняюсь, что мой не мой, тут на следующий день уже все грязно, от пыли, от песка. Да, пыль, песок все-таки тут. Ну, что делать? Какая природа. Ну, сейчас садимся, будем отдыхать и, в общем... Будем рассказывать вам по мере поступления, что у нас происходит. Вот за окнами прекрасный, не сказала бы, ночной Дубай, уж сказать, утренний Дубай. Вот эти диванчики, на которых мы сидим. Я же говорю, если я сейчас с ногами улягу спать, возможно, нам бы номер подальше, пораньше бы и дали, но это некрасиво будет. Вот кафешечка. А сейчас сразу цены вам скажу. Тут есть некоторые цены, давайте, чтобы мы уже здесь посмотрели. Значит, кофе с... кейком 38 дирхам, ну дофигища, $10, то есть кофе и кейк, ну кофе обычно стоит, наверное, сколько, 20-25 дирхам, да? Ну это прилично, это прилично. Наташа, зайди в туалет, еще я тебе показала на видео, ты удивишься. А вот этот отель Гевора, как он сам выглядит, вот он какой. Смотри, цены, они, конечно, убрали. А, цены, ну ладно, давай уже покажем лучше, что когда оно будет. И пирожное лимонное, и вот такое. Оно это самое дорогое. Показывать и пустые витрины как-то не очень. Ого, 55. Самое дорогое 55, это жесть, народ. $15 где-то. Ну да, вообще, извините, вы такой отель выбрали, но мы выбирали по деньгам. И, в принципе, что я вам озвучу сумму, за которую мы заказали его, ну... Мы выбирали неплохой отель, у нас было три отеля мы выбрали. Сначала я отобрала 55 отелей, это все было еще, когда мы только планировали ехать в Киев. Знали, что мы потом отсидим карантин в Дубае, что нам придется отсидеть 10-7 дней, где-то так. Но отсидим 7, а на самом деле нам повезло, Украина вообще попала в зеленую зону, так что мы могли бы и не сидеть. Но решили показать вам Дубай, сделать контент, поэтому из
55 мы отобрали 10 отелей, потом мы отобрали 3. И Гевора выиграла за счет того, все-таки, что она находится и возле метро, и от этого отель Небоскреб. Ну и в принципе, как бы никогда не были вот в таком центре, где небоскребы стоят. Так что посмотрим, как нас отель удивит. Надеюсь, следующее мое видео будет уже обзор номера без маски, потому что в маске, я вам скажу так, тяжело дышать, но повторюсь, в Эмиратах с ним строго. $815 и вы их заплатите, к сожалению. Вот кто-то может рассказывать, что сбрасывал на ночь. Ну, окей, вам повезло. Но у меня есть друзья, знакомые, которые вот так вот спустили маску и штраф им дали. К сожалению, это большая часть их зарплаты. Ну ладно, не больше, но может четверть их зарплаты. В общем, капец неприятно. Так что, народ, не рискуйте, если вы в Дубае. Даже говорят, что вы в лифт заходите, снимаете маску, а вам там диспетчер говорит: масочку оденьте, пожалуйста. Все не так просто. Ну что, народ, снова мы решили выйти пройтись. Немножко подмерзли, сидя в отеле. Сейчас покажу вам остановочку. Вот такие крутые остановочки с кондиционерами. Когда жарко, конечно, наверное, приятно посидеть. Но мы и так в отеле подмерзли. Вот остановочка. Сейчас она открыта. Как сюда вообще зайти? А ну. А, сейчас закрыто, наверное, замок, она закрывается. Ну вот такие остановочки, сидишь там на лавочке, ждешь автобуса, и там очень прохладно. Ага, вот такой же Family Taxi стоит, машинка. Сколько до метро, интересно? А давай посмотрим, сколько до метро, сейчас прогуляемся. Ну, сейчас и пройдемся до метро. Посмотрим просто. Боже, люди куда-то ходят еще в 4:30 утра. Да, такое потное, липкое, знаете, вот впервые я такую жару, наверное, в Таиланде увидела. А ты, Наташ, наверное, увидела впервые на Шри-Ланке или в Индии. Вот когда выходит, липко, потно и как-то, и непонятно, как это так. И непонятно, как дышать. Да. Так что вот сейчас до метро пройдемся. Конечно, ничего не дает. Слушай, у меня уже нос заложило. Да? Да, вроде так не чувствуется. Потому что мы там сидим холодно, здесь очень жарко. Вот это вот такая жопка. Там тоже подмерзло. Да, нам еще 5 часов там сидеть. Кошмар. Не, ну платить просто такую же сумму за почти за целый день, платить ее. То, что тебе чувак даст сейчас на пару часов. Не знаю, это нехорошо, мне кажется. Ну, если номеров нет, тогда откуда он возьмется? В 6 утра за деньги или в 10 утра бесплатно? Что, мы когда выезжаем, мы просто берем вещи и выезжаем. В 8 утра, в 9, мы не говорим, что мы выйдем в 6 или 8. К тому же номер еще убрать нужно. Ну, ладно, странная ситуация, не будем ругаться, не будем никого обвинять. Ну, короче, ждем себе и ждем, заодно вам контент снимаем. Потому что такое раннее утро в Дубае. Что-то открыто 24 часа. А паркинг, ну да, понятно. Вот. Аптека. Что еще? Сейчас уже мы оттуда приехали. Сейчас дойдем до метро уже. Вот, подходим мы к метро. Это Emirates Towers. Метро еще пока закрыто, еще рано. Хотя мальчик идет, поздоровался с нами. Я еще на него спрашивала, куда вообще люди идут. Может, просто в переход пошел. Ой, какой отсюда холод дует. Не-не, мы не пойдем. А к поездам еще вот не работает. Лесенка чудесенка. 5 часов открывается метро. Ну еще 15 минут. Интересно. О, стояночка, велосипеды. Это, наверное, чьи-то, ребята. Смотрите, какие необычные велики. Это чьи-то. И со шлемом, и с седлом. Ясно. Где водичка? Оу! Знаете, что мне напоминает? Каприкорн. Каприкорн?
Каприкорн это единорог? Да. Да. Ой, какая водичка, я и не заметила. Вот Наташа вечно все замечает. Мне это Лувр напоминает немножечко. Вот это класс. Так, сейчас просканируем. Денюшек здесь нету. Но мы, конечно, бы и не полезли бы. Но красиво. Нет, красиво, красиво. Ага. Вообще. Плывет на воде, да? Да, я аж замерла просто. Любуюсь. Красиво. Ну. А вот, кстати, едет обычная таксишечка. Toyota Corolla. А мы сюда доехали в семейной. Ну, цена, в принципе, та же, так что нормально. Ну, сколько мы дошли? Там, не знаю, меньше 5 минут. Ну, 5 минут. Да? Ну, на газам обошли, мы вообще особо не надо. Слишком прогулочный шаг у нас. Мы вот так вот и шли. Поскольку я уже, наверное, спать хочу совсем. Ну, как, я не осознаю, что это, я реально не хочу. Народ, мы уставшие вообще. Но ноги у меня уже... Перелет, не спали ночью, в 5 утра. Я прошлой ночь плохо спала. Ну, короче, вы понимаете, такое состояние, когда вот так вот... Ага, да-да-да, вот это... Вот это жужу, короче. Вот эти высокие дома, посмотришь наверх, уже все занесло. Да, ты смотришь, любуешься просто. Как подошел станция метро, если прямо. Ну да, другая. А до нее тоже такое же расстояние. Мы сейчас до нее еще погуляем еще. Ну, да, давай еще защитим. Можем еще вам показать другую станцию метро. И так будем гулять с вами, наши дорогие подписчики, пока нас не пустят в номер. О, народ, кстати, посмотрите, вот мигает башня. Самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа. И она находится как раз возле нашего отеля. Ну, конечно, лучше покажу, когда будет уже день. Но так шикарненько, шикарненько. В окружении всех небоскребщиков. Ну и сейчас покажу нашу Гевору. Вот она. Здание остроконечное. Такое вот как позиционируется, как самый высокий отель в мире. Отель-небоскреб. Интересно, а Байок и Скай? Что, ниже разве? Не знаю, кстати. Даже странно. Мы были в Байок и Скай, ну, в Таиланде. Думаю, даже не вижу. Знаем, посмотрим в Википедии. Смотрите, какое красивое дерево растет возле Ритц-Карлтона. И вообще, какие все пальмочки в яркой иллюминации. Ну, такое похожее и возле Дубай-Мола есть. Вот такой Ритц-Карлтон возле нас. Мне что-то напоминает Гонконг. Ну, мы его не выбрали, мы выбрали себе самый высокий отель. Вот так вот. Что, народ, что-то мы устали, уже подходим к отелю, так что другое метро в другом видео и обзорочка в другом видео уже. В общем, идем мы поспим на сиденьях, дождемся нашего номера. А вам желаем хорошего дня, хороших отелей, приятных путешествий. В общем, будьте здоровы. Всем пока. Пока.